Всех приветствуем, дорогие друзья. У нас закончились холода. Наступает хорошая погода. Меня очень радует, что яблоня в эти холода не зацвела. Значит, есть надежда на то, что у нас будет урожай. Зацветает у нас в этот раз алыча, кубанская комета. Смотрите, какие набирают цветоносы. Вот такую красоту она начинает распускать. И столько много, я так рада, такая красота начинается у нас. Смотрите, вот сколько, вот. А вот здесь вообще уже есть цветочки. Вот уже какие цветочки тут появились. Так что у нас пошло цветение. Пока только алыча. Вот, и вот набирает немножко там антоновка. А вот это у нас злата скифов. Многострадальное наше деревце. Вот. Но она ничего, распускает потихонечку листочки. Будем надеяться, что тоже зацветет. Так хорошо стало на улице. Было очень холодно. Очень-очень. Но ничего, все у нас образовалось. Вот. А вообще на повестке дня у нас переселение индюшат. Видите, как у нас. О, что делается-то? Видите, что делается-то? О, как надо охранять-то. Ну, продолжаем разговор. Продолжаем разговор об индюшатах. Индюшатам уже 3 недели. Они у нас стали побольше. И в брудере им тесно. Переселять их в 2 брудера пополам, 10 в один, 10 в другой, ну, думаю, как-то не надо. И мы решили сразу переселить их на пол. Сейчас мы подготавливаем, вот, подготавливаем им домик. Застилаем их домик подстилкой опилками. Опилок будет много. Пересыпали эти опилки агростражем. Это осушитель опилок, ой, осушитель подстилки с этим самым, с ароматизатором, со всякой, со всем на свете, в общем. Сыпем их им толстым слоем, не жалея. Крупные куски крупные, надо убрать. Да, крупные куски убираем, а то они клевать начнут. Вот они уже какие в клетке, видите? Уже ждут вон, на пол, вот копытом уже бьют. Копытом бьют, не то слово. Ну вот. Что, вот начнем? Такие, подожди, вот такие они, ребята, у нас, видите? А мы покажем здесь. Ну я просто покажу, смотрите, они уже вон банку опять уронили. Банка вон там валяется. Не хотят они эту банку, хотят другую. Сейчас сделаем. Сейчас будем мы их пересаживать на пол. Будем пересаживать на пол. Игорь им сделал опять новую кормушку. Вот смотрите, какую кормушку сделаем, Игорь. Вот, я уже говорила, мы делаем кормушки деревянные. Сейчас посмотрим, может быть, придется еще повыше, чтобы они доставали. Как бы им надо на уровне головы, чтобы они только головой доставали и ногами туда не заходили. В общем, процесс начинается, так же, как и у... Уже прошел, уже сам захотел выйти. Остановите землю, я сойду, называется. Вот он и сошел. Вот он первый, вот он первый. Ха-ха! Да моя зайка, первые 2! Еще почему хотим из клетки их вытащить? Все-таки сетчатый пол есть сетчатый пол, сами понимаете. А когда пол ровненький, когда вон они бедные даже не поймут, в чем дело, как им, что делать-то, то сетка, тут вдруг ровный пол. Им, конечно, будет намного удобней. Вот. 3 недели, уже тепло, потом у них там тоже теплый пол. И так все будет хорошо, я думаю. Вот. Вот они, ребята. Ребята индюшаты. Мои красавцы. Тяжеленькие такие стали уже.
Но потихонечку, потихонечку. Вот все индюшата внизу. Вот они уже разговаривать начали. Видите, слышите, слышите, как они переговариваются? Ой, как же здорово, ой, как же классно нам теперь будет. Как же хорошо нам теперь, а? Ой, какие они радостные сейчас будут. Сейчас купаться начнут. Ой, ребята, гляньте, гляньте. Начальник пришел. Крылья распустил. Куда там? Ух, 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 ух. Вот они какие хорошие мои ребята. Ну, пошло дело. Покупаться надо. Как страшно-то. Ой-ой, как страшно. Мы их сейчас опять оставим. Так же, как цыплят. А потом придем, покажем. Вот как полетать надо. И поговорить надо. Вот он какой. Купается, купается. Пташки мои. Ой, как здорово-то надо полетать-то, да? Птички, пташки. Вот они какие пташки. Как хорошо по полу-то ходить, правда, ребята? А? Хорошо по полу ходить? Ух ты, распушиться надо. Передумал. Передумал. А там купается вовсю. Вот как, вот как, вот как. Вот как надо. Как интересно. Как все интересно. Ой, как интересно. Ух, 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 ух. Угу. Вот так и будут они тут жить. Потом перейдут в большее помещение. А в клетке заселим бройлеров. На следующей неделе привезем бройлеров. Вот так процесс у нас и идет. Ой, ой, ой. Разговоры, разговоры. Ух ты, разговоры какие. Сейчас обследуют. Обследуют новое жилье. Да, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, оставим, попозже придем, посмотрим, что будет. Прошло время, и вот решили посмотреть, как они там, что делают. Нифига себе. А они вообще-то и нормально. Посмотрите, что делают. Классно. Живут себе, радуются. Им все нравится. Ох-ох-ох. Классно-прекрасно. И из кормушки уже тягают. И такие классные. Ой, как мне нравится. А им-то как нравится. Ну, значит, все, домик обжили. Да, миленький, да. Вот он, красавец. Хорошие мои индюшатки. Травку им уже можно давать с газонокосилки. Игорь уже начал косить. И мы им, она там мелко косится, и мы им даем уже эту травку. Они ее вообще-то едят спокойно. Попробовали, конечно, сегодня первый раз, но ничего. Молодцы, ребята мои. Ну вот, дорогие мои друзья, все у нас хорошо.
Индюшата на полу, цыплята на полу. Скоро уже бегать будут по дороге, по земле, по загону. А на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего и здоровья!